Так, все, мои хорошие, сейчас будем готовить. Я передохнула, кофеек выпила. Почти. Почти выпила. Витюха у меня запустил челлендж, что до утра он, короче, типа меня нету дома. Он сам по себе, короче, будет. Представьте. Так что я сейчас в тишине, в спокойствии наведу все порядки. Еду приготовлю. По супу сейчас буду это импровизировать. Все. Блин, сейчас. Таблеточки выпила для поднятия энергии. Короче, сейчас беру кастрюлю. Вот эту кастрюлю. Ой, ё-моё. Тут отвалилось вот это. Сейчас починим. Короче, мне там на работе надо делать теперь дела. Мне нужна мужская работа. Не знаю, кого мне найти и как найти. Я хочу построить себе нормальный летник там. У меня, короче, есть номер телефона. Раньше Коля работал у Дениса. Тот Денис занимается лесом. А у меня есть денисовский номер телефона. Я с ним по поводу елок еще зимой созванивалась. То есть все. Вот я ему, короче, позвоню. И скажу, что мне нужны доски. Попрошу его подъехать, чтобы он посмотрел примерно, какой я хочу там этот летник сделать. С полками, чтобы у меня там полки сразу шли. Чтобы он так глянул навскидку, сказал, сколько мне нужно досок. Эти доски он мне привез. И через него найти человека, который мне там это все построит, как мне надо. Конечно, это в копеечку обойдется, но это по-любому нужно сделать. Что такое? Так, картошка. Так, картошка. Сейчас очистим. 4 картошины. Ой. Сейчас возьму лучше тарелочку. О, WhatsApp кто-то пишет. Да я даже догадываюсь, кто пишет. Либо баба Наташа, либо Галка. Больше мне никто не пишет. Буду варить сырный супчик. Это будет очень вкусно. Все, я придумала, как я его буду делать. Витя, я же с тобой могу разговаривать. Возьми капельки и закапай в носик. Так. Блин, картошка хорошая. Но это не домашняя. А сейчас я торгую домашней картошкой. Мне приносит... Кстати, мне ему надо позвонить Виктору. Ё-моё. Мне ему нужно позвонить. Бляха. Муха. Сейчас еще одну картошину это дочищу. Потом выключу видео. Мне надо позвонить. На завтра мне нужно заказать ему картошки. Он мне ее привозит по 120, а я ее продаю по 180.
домашняя хорошая картошка. Шикарная. Но мелкой, блин, дофига. Половина, мне кажется, сколько крупной, столько и прям мелкой. Я не люблю с такой возиться. Люблю, когда у меня было время раньше много. Тогда я, конечно, мы вот такую мелочь собирали, я чистила. Ладно, сейчас я ему позвоню.